Всем привет, друзья, подписчики, кролиководы. Мне сейчас пишут, что там твои кролики, что там твои кролики. Вот решил показать кролику. Типа, что не показываешь? Ну, покажу. Что такое дело? Давайте пойдем с конца. Вот и серая. Вот такая вот малышня. Один беленький, один серенький, один черненький. Уже вышел маточник. Не выпадает. Перенький, наверное, запрыгнул. Сколько их тут, посчитайте. 2, 3, 6. И тут 7, да? 7 штук и один серенький. С мамкой. В принципе, нормально, 7 штучек. Я думаю, да. Ее еще не припокрывал, хотя малыш не почти месяц. Это производитель. Насек, сегодня поработал. Линяет, уж линяет. Ну, ничего страшного. Дальше. Этой малышне месяц. Вот. Первая мамка. Сколько тут? Тоже раз, два, три, шесть, да? Нет, двоих забрали. Это было 8, по-моему, здесь что-то около того. Воды им надо налить, воды нету. Сейчас принесу, налью. Так, идем дальше. Так, подвоську здесь. Белая кролива, кстати, что-то мне что-то маловато. Сколько у меня? 4, что ли, только очень слабенький окрас. Да, тут 4. Здесь нету. Мертвых нету. Значит, на этот раз очень слабо. То в основном у нее всегда в районе 10. Сейчас только 4. Может, из-за жары. А, он пятый с ней сидит. А под тобой нет ничего. 5 только. Ну, еще дам ей один шанс. Это ей 2 года уже. Если так же само 5. Или меньше, то будем ее, наверное, убирать. Да? Малыш. Улыбнись. На камеру. Не хочет улыбаться. Так, идем дальше. Здесь у меня черненькая со своим. А, хотел сказать, со своим выводом. Выводок я отсадил. Самые последние клетки я вам ее покажу. Так, у нее 25-го перепокрыт, 25-го срок. Сейчас у нас снимаю 16 июля. 25 июля у нее срок. Уже на следующее видео покажу, как она окролится. Если окролится, если все хорошо. Я ее не перепроверял, я вот тут крылу кинул и все. Я не перепроверяю. У меня он редко промахивается. Поэтому так, да. 25-го покрыто. И под ней 24-го покрыто. Тоже покажу ее малышню, которую отсадил. Вот такая вот крольчиха. Это смесь Калифорнии и белого панона. Получилась вот такая вот крольчиха. Это вроде пузатенькая. Ну, покажи. Хотя уж еще знает. Я думаю, пока это.
маточники я вымыл, те, чтобы устоять, обжег их. И получается, дня через 3 буду устанавливать маточники. В районе 18 числа. 2-3 дня и поставлю маточники. А там посмотрим, что туда позвоню. Хотя не поймешь. Ну ладно, я думаю, погуляла. Опять же, крылись они в жару, поэтому не знаю. Ну ладно. Пойдем дальше. Здесь тоже крольчиха с выводком. Вот такая вот мамаша. Ее я сегодня перепокрыл. Она с ним уже даже больше, месяца полтора. Поэтому ее и перепокрыл. Без пушки плохо. Плохо видно. Под ними у меня это на откорме. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штучек. Скоро буду убирать. Через недельку буду убирать их, наверное. Так, идем дальше. Здесь у меня черная вот самочка со своим огромным выводком. Здесь сколько осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, по-моему. И шесть штук у меня забрали. 14 штук у него было. Все ровненькие, каракормят отлично. Это у него был первый окрол. Вообще шикарно. Темные, как эти. И тут было у него выводки два белых. Через неделю его перепокрою, пускай еще отдохнет. Так, идем дальше. Здесь у меня тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Даже не, наверное, этих я через недельку уберу. Шесть штук на откорме. Этих мы первых уберем. Ну и пошли вам покажу малышню тех самок, у которых я окрол 24 и 25. Это выводок белый. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, по-моему. Восемь штучек. Ну, хороший выводок. А здесь у меня выводок черный. Тут их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Нормально. Ну вот, как-то так. Такой вот хороший выводок. Здесь тоже не на откорме. После каждого выводка я клетку чищу, споласкиваю, обхожусь его браводезом, дезинфицирующим средством и сажаю следующих. Так, ну все, ребят, в принципе, кроликов показал. Если есть вопросы, спрашивайте. А так, всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.